обратиться к матери, солдата русского матери. Как его провожала на бой, за отчизну держала, как говорила: сыночек, ты бей их и днем, и ночью, ты бей их, сыночек, уверенно, в живот колоти беременных, ты бей, сыночек, детишек, родившихся только мальчишек, девчонок, старух, убогих, ведь ты совершаешь подвиг. Так русская мать провожала, на битву благословляла, стереть землю Украину она призывала сына. За то, что она красавица, ей почему-то не нравится. Вы гордые, вы расисты, так кто же из нас фашисты?